Всем здравствуйте! Для вас я подготовила лунный календарь на 2021 год, месяц февраль. Итак, что же мы можем посеять в феврале и какие дни для этого лучше подходят? Для баклажана перца идеальными днями в феврале считаются с 17 по 19, также с 22 и 23 февраля. А томаты лучше сеять с 15 по 19 и с 22 по 24 февраля. А также благоприятными днями для посева будут дни 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13 и 14 февраля. Ну а для декоративных растений, однолетников, дни для посева лучше всего подойдут 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и 28. Ну а луковичные и клубневые растения лучше всего сеять 3, 4, 5, 8, 9, 22, 23, 24, 26 и 28. А для травянистых многолетников подойдут 1, 6, 7, 8 и 9. Для лиан, такие как кобея, подходящие дни 19, 20, 21, 22, 23, 24 и 28. А также не забывайте, что в феврале есть и неблагоприятные дни для посева, такие как 10, 11 и 27 февраля. А для тех, кто уже посеял и в феврале ждет пикировки рассады, то лучшие дни для этого 1, 2, 3, 8, 9, 17, 18 и 19 февраля. Ну а также есть народные приметы для определения погоды на предстоящий садовый сезон. Как в феврале аукнется, так осенью и откликнется. Если начало февраля погожее и весну жди раннюю, пригожую. Ну а теплый февраль приносит холодную весну. Ну а чем холоднее последние недели февраля, тем теплее в марте. Ну на этом все, мои дорогие. Надеюсь, вам пригодится данный календарь.